очень непоследливый ребенок был. Вот буквально вот как выступали сегодня, не боялся ничего. И по крышам, и по деревьям. Был очень внимательным. Вот уже учась в институте, вот что-то вот, Валер, мне надо вот помочь в чем-то. Хорошо, я вот сейчас подъеду, хорошо, я сейчас помогу. То есть вот времени было очень мало у него на все, из-за учебы, из-за научной работы, вот из его хобби. Но он всегда пытался уделить внимание нам всем. Вот очень хороший мальчик был и есть. Вы знаете, вот, например, когда я зашла в этот зал, каждая картина излучает изнутри свет. Вот обратите внимание, это не просто солнце, а вот они все лучатся. Я думаю, что вот смысл всех его работ в том, чтобы вот показать миру вот эту природу, эту тайну мировоздания, вот по-другому не назовешь. Он был близок к этому всему, бесконечно любил горы, бесконечно любил небо. И вот эта любовь через эти картины вот прям вот обволакивает от и до. Как заниматься астрофотографией и всякие познания в телескопе. Но самое большое меня поражало в этом человеке то, что он успевал 2-4 часа столько, что сколько я не успевал за неделю. Да, он так спешил. И да, он понимал, что недолго он с нами будет, он должен успеть. Мы целую ночь снимали при минус 20 на даче фотографии. Вообще не спали. Утром собираемся, едем в город, ему в 9 надо быть на учебе. Целый день он на учебе проводил, еще умудрялся перед тем, как лечь спать, пойти таксовать. Он постоянно был занят. Он должен был осуществить ту миссию, для чего он пришел. Его я видел. Вот здесь мы все видим, для чего он в этот мир пришел. Бывает так, что человек проживает 100 лет физически, но живет, но умирает 25. А есть люди, которые живут физически 25, но живут столетия. Один из них – это Валера Собакова.